Нясумны перапынак. Четырнадцать двадцать шесть. Белорусская радио, первый национальный канал. Короткий номер для СМС 106.2. Сябры, долучайтесь. От судовные гости у нашей студии зараз. А это солистки группы Байсити Виктория Лазицкая и Ольга Грибовская. Всем привет! Здравствуйте! Вы тоже показывают подарки, которые приготовили. Рассказывайте. Да, сегодня мы пришли не с пустыми руками. Сегодня мы пришли на розыгрыш с диском от группы Байсити, который называется... Это какой по счету уже? Это второй, но вот буквально на выходе уже четвертый диск, потому что третий у нас получился польскоязычным. Вот так вот случилось. Поговорим еще, успеем об этом, а пока о подарках. Какие песни вошли в этот альбом? Ой, песня замечательных авторов. Во-первых, фактически весь альбом для нас написал замечательный композитор Олег Владимирович Молчин, на слова замечательной певицы и поэтессы Ирины Видовой. Еще в этот альбом вошли композиции Геннадия Маркевича, Оли Плотниковой и Оли Рыжиковой. Есть композиция Алины Захлевнова на слова Алекчилова, mm-hmm. это «Лазня». Юрия Савыша композиции. Да. Ну, в общем, он такой у нас получился разноплановый, да, скажем так. Да? Абсолютно, вот, да. Альбом называется «Надо рассказать о чем?» О любви? Конечно же. А ну, вообще еще? обо всем хочется рассказать, наверное, о любви. Поболтать о жизни, о любви, о том, какие вообще бывают в жизни случаи. И как... И счастливые, и не совсем. Да, но в основном счастливые. Как выходить из разных не совсем хороших ситуаций и с оптимизмом смотреть дальше. Кстати, об этом сегодня и поговорим еще и в эфире, да? Да. Солистки молодежного театра эстрады, да, от театра тоже подарок. У нас сюрприз, да, подарок от театра эстрады. Это пригласительный билет на закрытие сезона. На двух человек. Да, на двух человек, который пройдет 21 и 22 июня. На самом деле, безумно замечательный получится концерт, потому что самые фактически... Самые лучшие артисты, да, там будут. Ну, перечислите фамилии. Все звезды и нашей эстрады. Инна Панасьева, Алексей Хлистов, Ольга Плотникова. Жанет, Искуя Болян. Группа «Провокация». Группа «Веросы». Группа «Байсити». Группа «Байсити». Шоу «Аллюр». В общем, мне кажется, весь очень круто будет. Да, театр эстрады. Да, на самом деле, замечательные подарки. Я вот, честно говоря, сейчас подсматриваю в интернет, сколько... 10 или 20 или 15 строчек вот именно имен. Только да. имен. Да. Представляете? То есть, действительно, концерт получится отличный. Одни звезды. Нашим слушателям кому-то посчастливится. Кому-то повезет. Посчастливится с такими билетами пригласительными. Интересно, кому? Минут через 20 я скажу условия, и мы все узнаем. Даже, может быть, и поговорим с нашим победителем. Хотелось бы пообщаться. Какие новости, девчонки, у вас сейчас? Ну, во-первых, самая, наверное, первая у нас новость. Это 25 мая группе «Байсити» исполнилось 10 лет. Так, отметили? Отметили скромно, по-семейному, да. Ну, в принципе, просто еще продолжается юбилейно. Пришли наши замечательные авторы нас поздравить. Да, на самом деле... Конечно, хотелось бы это все как бы десятилетие, воплотить большой концерт, да, чтобы он перерос в большой концерт в нашей любимой столице. Над этим сейчас трудимся, работаем. Ну, хочется, чтобы это был необыденный просто, как один из наших концертов. Проходящий, да. Да, mm-hmm. что-то особенное. И вот пока мы собираем креативных людей, которые могут помочь. Идею какую-то, да. Идейку нам подкинуть, да, чтобы сделать его каким-то особенно интересным. Так что мы вам сообщим, как только что-то будет известно. Обязательно. Кстати говоря, по поводу юбилея воспоминаниям предавались, когда сидели и встречали этот праздник? Мне кажется, это был вечер воспоминаний. Нам просто не хватило этого вечера. Можно целый год вспоминать, кстати. Хотя бы в двух словах для наших слушателей. На самом деле вспоминали, что на самом деле благодаря... Как первая песня вышла, да, это, Олегу во-первых. Владимировичу, потому что это было его идея, и как бы он так подбодрил нашего продюсера, сказал, чего это вы просто вот занимаетесь студией, вот просто поете, просто вот для университета, это все, конечно, хорошо, а давайте попробуем на эстраду. Владимирович сказал, говорит, непонятно вообще, с чего начинать, как, говорит, как это непонятно, перед вами, говорит, композитор профессиональный, что непонятного, давайте, говорит, напишу вам песню. Девочки такие красивые, талантливые. Да, помогу вам, ребятушки, говорит, ну, буду с вами вместе рядышком, поверили, абсолютно не жалеем, потому что, ну, Олег Владимирович как бы так, тогда сказал такие, наверное, пророческие слова, говорит, не ожидайте, что о вас сразу все заговорят и узнают, минимум 5-7, а может и 10 лет должно постепенно пройти. Постепенно, сказали, нас это не пугает, ничего страшного, мы любим свое дело, просто в него влюблены. Мне кажется, это самое главное качество артиста. И вот 25 мая 2007 года у нас вышла первая песня «Гаснут звезды». Вот. И сегодня мы можем передать привет всем артистам, да?
всем, кто имеет непосредственно отношение к группе Бай-Сити. Спасибо огромное. Владимиру Ивановичу, директору и продюсеру. Ой, да, конечно, это наш замечательный человек. Да, особенно... Все в одном лице. Да, привет, конечно. Кстати, вы слушаете сейчас нам? Да. Привет, мы ему передаем большой пламенный. Мы для него и песню сейчас передадим. Да, да, да. Вы как, не против? Нет, мы не против. Но хорошо, а реклама? Да, реклама и песня. Даже без нее. Проект «Неосумный пиропынок» на Первом национальном. А сегодня у нас в гостях солистки группы «Бай-Сити» Виктория Лазицкая и Ольга Грибовская со своими подарками. Доброго всем дня. Напомним слушателям о подарках. Конечно, подарки у нас замечательные. Это диск группы «Бай-Сити», который называется «Надо рассказать». Вот такой у нас. Вика, расскажешь, замечательные диски. Да, в диске много хорошей музыки, это самое главное. А мне как он оформлен гламурно. Да, да, бильярд. Да, красиво. Можно даже, кстати, а что, вы играете в бильярд, девочки? Покажем, кстати, да. Или это так просто? Ну, мы так не очень, если честно. Нет, стараемся. Мы играем, кстати, вот недавно у меня очень даже хорошо получилось. Да, не будем подробно выигрывать. Выиграла мальчика. Видите, какой у нас красивый. Очень красивый, вот да. Такой, вот такой вот. Да, много хорошей музыки. Такая, да. На вкус, наверное, до каждого. Белорусскоязычные, англоязычные, на русском языке, конечно, композиции. Есть очень красивые баллады для любителей, скажем так. Романтическая песня, да. Песни, да. Поэтому... У нас сегодня замечательные подарки. А еще один у нас? Замечательный у нас подарок. Конечно, пригласительный билет на 22 июня. Театр эстрады на закрытие сезона, где будут самые лучшие звезды только для вас. Я знаю, что ваш коллектив требуется новый артист. Артист именно. Артистка. Да, артистка. Да, да, да. Нам сейчас требуется четвертая солистка, артистка, которая, кстати, мальчика, про мальчика тоже образования. Мы не думали, а? Про мальчика здесь. Я не думаю про мальчика, потому что Владимир Иванович 100% продюсер отмашки не давал, да? Нет, на самом деле девочку, да, только девочку ищет. Вот о чем, появится мальчик, и что, как мы его выделить-то будем? Ну, никак. Он будет за пультом звукорежиссера. Девушки талантливые, которые вот с детства занимаются музыкой, которые мечтают посвятить своему жизнь музыки и просто не представляю свою жизнь без нее, родимые и красивые. Пожалуйста, звоните нашему продюсеру 303-6437, это Волком, и на самом деле ждем настоящих фанатов своего дела. А Касым будет в молодежном театре эстрады, да? Я понимаю, да? Возможно, Касим, да. Потому что это ваши родные стены. Мы пока не думали, честно, но хорошая идея, кстати. Спасибо. А какие еще условия вот к претендентке? Для того, чтобы девушка смогла войти в группу, перво-наперво, что должно быть? Музыкальное образование. Хорошо, есть музыкальное образование. Да. Наличие внешних данных. Да. И человеческий фактор все-таки. Ой, это, наверное, самое главное. Я подбирал слово. То, что у вас костяк, понимаете, уже сложился, да? И вот... Как-то... Она ответственная должна в первую очередь быть. Тяжело нам найти человека, который также будет предан своему делу. На самом деле, как-то не громко будет сказано, но как и все мы. Вот а как этом... вы подобрались, девочки? Да случайно, как-то, знаете, воля судьбы свел нас всех в университет педагогический. Культуры. Да, нет, педагогический университет, там не Максима Данка, да, музыкальный факультет. Лаборатория музыкального творчества такая была, да? Владимир Иванович возглавлял ее. Да. И на самом деле, вот я немножко раньше туда поступила, или чуть позже. А третью нашу солистку вообще нам случайно, скажем так, подбросила судьба уже с университета культуры. Она подарила судьба. Подарила. Вот она такая самая маленькая у нас, самый такой любимый наш ребеночек в семье. Куда дели-то сегодня? Сегодня она... по делам. Загуляла. Да. Ну, она не загуляла. Не загуляла. А может, загуляла, может, что-то не знает. Просто надо, кому-то надо и на радио ходить, а кого-то нужно все-таки и на хозяйство. Да, еще один фактор. Еще один фактор есть общение с журналистами, с прессой, со СМИ, правда? Да. Чтобы уметь красиво себя преподнести, рассказать о себе. Конечно, да. Наличие языков обязательно или нет? Знание языков. Но можно, я конечно, хотя бы русский, к следующей песне. На польском языке. Польский язык, хотя бы немножечко овладела. На польский язык, да, в любом случае, что мы сами, конечно, не идеально его еще знаем, а занимаемся в определенном центре языковом. И тяжело, конечно, дается. Он, с одной стороны, и похож очень на белорусский язык, но, с другой стороны, с окончаниями там, конечно, у нас немножко еще проблемы. Но, тем не менее, это не мешает вам исполнить песню. Такая, причем на так, что она стала хитом в Польше. Да. Вы знаете, мы, может, талантливы, вот не знаем. Не зная хорошо языка, да, скромные. Ну что, скромные, так точно, да. Не зная языка, мы так хорошо записали песню, что она так раскрутилась вот и в Польше, и нашим слушателям нравится, потому что на YouTube уже есть
есть эта композиция. И просмотров очень много. Поэтому я думаю, что... Это песня польского автора, да? Да, польского автора. Да. Лукаш Синицкий написал и музыку, и текст. И на самом деле он нам очень помогал при записи, потому что... Но какой-то акцентик мы оставили специально, потому это что... Это изюминка наша. Варда так смачно по-польски. Все-таки белорусские же поют. Да, белорусские поют, да, поэтому... А вскоре эта песня, которая на польском, она выйдет у нас на русском. Так что следите. Клипы не снимали еще на эту песню, нет? На польском? Есть клип. Да. Есть клип? Есть клип, mm-hmm. который много просмотров. Да, 300 тысяч просмотров. 300 тысяч просмотров. Поэтому... Так что... И вот третий альбом посвящен именно вот польской тематике. Да, так получилось, да? Так случилось, что с этим композитором мы плотно посотрудничали, и 10 композиций на польском языке буквально записали за полгода. И на две из них мы уже сняли клип. Нам предложили, мы согласились, сразу все очень хорошо получилось. Этот альбом хорошо идет в Польше? На самом деле, да. Да? И, а что вас там говорят, расскажите, в кулуарах? Все... Ну, приехали девочки. Многие завидуют. Белорусские, наверное, завидуют, я думаю, многие. Но и многие хорошо принимают. Потому что, они, знаете, когда кто-то, артист чужой, приезжает в другую страну, это уважение к другой культуре просто. Да, да. Сначала настороженно, но уважение присутствует. И безусловно. Очень хорошо относится, потому что все-таки к белорусам какое-то есть такое... Уважение и теплое отношение. И им всегда очень нравится наш язык, тоже наша композиция. Очень часто поем там и на радио, в прямых эфирах, когда приходим. Купалинку, да? Купалинку, да. Это все белорусскоязычные композиции. Им это очень импонирует. Ну что ж, заинтриговали. Теперь все-таки как песня называется? Как объявляй. Давай, Вик. Покаж, что мне дашь. Лукаш Синицкий написал нам ее. Несумный перапынок на хвале первого национального канала белорусского радио. И у нас сегодня в гостях солистские группы Байсити, Виктория Лазицкая и Ольга Грибовская. Девочки, отдыхайте друг от друга вообще. Очень редко. Ну, вот так сдружили, выходных. Что уже не можете друг без друга. Ну никак. Посмотрела мы... так, как будто оскорбили. Нет, мы не можем на самом деле друг без друга, но отдыхать иногда нужно. Потому что просто денек другой побыть. Одному там, съездить домой как к семье, родителям, да, съездить домой к родителям, потому что к ним, к сожалению, не получается часто ездить в связи, конечно, с нашим графиком. Так в чем же дело? Передавайте приветы. Мамочки, папочки. Мамочка, папочка, я хорошо доехала, все в порядке. Да, вот слышно на радио. Мы вас любим, постоянно скучаем. Да, без вас. Да, и всему Полоцку, кстати, Новополоцку. Новополоцку привет. Привет. Да. Потому что сегодня, да, вот так и говорила, что с утра узнала, вспомнили, да? Да. Что сегодня, оказывается, послушали работа радио, на факт, радио. Да, да. Наша замечательная спасибо программа. Большое, да. Да. Спасибо вам огромное, вообще, что да. Так часто вот. Случаются вот такие вот сюрпризы, что утром здесь, а вечером бывает. Далеко не здесь. Бывает очень часто. Спонтанные такие концерты, да? Бывает, что мы забываем, что у нас концерт. Вот как-то или забывают организаторы, они перепутают, ну вот, ну, даты перепутывают, да? Такое, конечно, вот тут месяц просто. Да, месяц просто там, не 22 мая, там 22 июня. И потом какая разница? Да. И оказывается, мы себе спокойненько идем домой, оказывается, а где вы? Уже концерт, уже где вы? На самом чек надо делать. А мы такие, да, сегодня концерт. На самом деле мы успеваем, всегда приезжаем. Я не знаю, как это у нас получается. Да, могут позвонить, и в другую страну резко надо на следующий день приехать. Хорошо. А часто путешествуете вообще? Ну, да. Приятно с полезным совмещается. Да, да, там, да, фестивали и мы всякие, безумно любим, кроме Польши, путешествовать. Иногда бывает такое, что ты кажется, что ты в машине уже живешь. Вот, сами за рулем или вас кто-то Владимир возит? Владимир Иванович, у нас бедняга шофер. Один за рулем, потому что у нас еще не такой опыт, как бы, поездок.
и на автобане как-то, где уже скорость немножко нет, должна быть побольше. Нет, в Беларуси еще можем его подменять, как-то а очень вот страшно на автобанах, где скорость большая, мы как-то не решаемся. И он, а сценические костюмы с собой, все с собой возите, все да? Собой. Все свое ношу с собой. Да, приезжаешь на границу и начинают смотреть костюмы, говорит, а девочки, это чемодан. Это чемодан для себя, а это что за чемодан? А это косметичка. Говорит, а это что? А это костюмы. Ну, нормально принимают. Замечательно принимают. По-моему, уже вся граница белорусская и польская. И таможня. Да, 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 привет, хотим передать всем, кто нас слышит. Все уже нас знают, узнают. Говорит, девчонки, так может концерт давайте организуем. Мы с удовольствием. Если не против, будут остальные, кто в очереди. Ну что ж, через 2 минуты кто-то получит призы. Расскажите все. Да, давайте еще раз время вспомним. Ика, рассказывай, что за призы у нас сегодня. Диск группы Байсити, который называется «Надо рассказать». На самом деле замечательные треки, хорошие песни. Ну, какой, лучшие композиторы. Какой артист не любит, конечно, свои песни. И все лучше, друзья, только для вас. И еще один замечательный пригласительный билетик на 22 июня, на 2 человек. К нам в Театр эстрады на закрытие сезона. На самом деле будет здорово. Лучшие артисты. Все звезды белорусской эстрады. Группа «Провокация», группа «Байсити», шоу «Алюр». Виктория Олешко. В общем, многие. Мне кажется, все, да. И кто-то получит, один человек, вот эти 2 замечательных призы. Вот, кому-то очень повезет. Ну что ж, я объявляю номер телефона, стартуем. 284-87-21, код Минска 8017, 284-87-21. Девочки, телефоны отложите в сторону, это не для вас. Для наших слушателей 8017, 284-87-21. Это будет пятый слушатель. Пятый слушатель. Ну что ж, есть у нас победитель. Победительница или победитель? Это победительница. Она впервые с нами играет. Это Валентина Адамовна Усольцева, которая с нами на связи. Здравствуйте, Валентина Адамовна. Здравствуйте. Вы впервые с нами играете. Расскажите немножко о своих ощущениях. Вот рады вот тому, что вы выиграли такие замечательные подарки. Да, я пыталась несколько раз дозвониться. И дозвонились. Не получилось, да. Да, я дозвонилась. Спасибо. Ну, я надеюсь, что вы и дальше будете слушать Первый канал Белорусского радио и выигрывать подарки. Спасибо. Поздравляю. И попадете спасибо, на концерт спасибо. Группы, в том числе и Байсити. Да, Поздравляем вас. Спасибо. Девочки, мы говорили о концертной деятельности. Мы не поговорили, наверное, еще о том, что вы работаете, преподаете. Да, преподавательская деятельность также есть. Мы все успеваем, представляете? Да, работаем в замечательном центре уже около 8 лет. Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветрось» Октябрьского района. Привет, можно привет уже? Конечно. Валентине Николаевне Румовой огромный привет. Да, всему центру. И хорошие кадры наверняка есть. Достойное будущее белорусского шоу-бизнеса. Да, у нас какой-то такой очень сплоченный коллектив благодаря директору. Мы какие-то все праздники вместе. И они как-то, знаете, каждый педагог настолько болеет своим делом, потому что есть и заслуженный ансамбль любительский коллектив «Буслик» и многие другие хореографические составы, которые, ну, просто, мне кажется, там ночуют в этом центре, и детей, по-моему, не выгодят оттуда. А ты забыла, что у нас дети есть такие тоже, которые практически ночуют в нашем центре? Ну, наши фанаты. Ну, хочется же вообще о центре сказать тоже. И успеваете, да, все-таки так, разрываетесь, да? Да. А деток выставляете на какие-то фестивали, конкурсы? Конечно, фестивали, конкурсы, концерты. Пока республиканские, городские, потом уже славянские. У нас пока еще городские, но мы будем расти, да, будем уже. Растем, да. Есть славянский базар, есть новая волна. Да, почему нет, конечно. Есть Евровидение детское. Планы грандиозные. Все есть. Главное, чтобы было желание заниматься. Отпуск на носу все-таки, девочки. Отпуск. Хорошее название. Что это? Хорошо. Скажем по-другому. Когда-нибудь отдыхаете? А мы как-то активно отдыхаем. Совмещаем, да. Так валяться просто на пляже у нас не получается. Мы если только вот куда-нибудь едем, на концерт какой-то, на фестиваль. Вечером концерт, а потом отдыхаем. Да, все как-то совмещаем. А вот в ближайшее время получится так отдохнуть, поработать? Я думаю, да. Это будет Беларусь или какие-то другие страны? Я думаю, это, наверное, будет в Польше, потому что скоро там будет фестиваль, еще планируются числа, но это будет конец июня. Вот, возможно, это будет в Гданьске. Ну, что, на самом деле... Ничего, хорошо. Рядышком с морем можно будет и отдохнуть, и как бы и показать... Выступить. Показать, да, красиво. Показать себя и Беларусь.
на этом замечательном фестивале. Ну что ж, я поздравляю с юбилеем, с десятилетием. Спасибо. Надеюсь, что вы нас пригласите на свой пышный концерт юбилейный. Конечно, мы обожаем вас. Готовьтесь. Спасибо. Хорошо, спасибо огромное. Сабри, нагадываю, что сегодня гостями проекта «Не особенный пиропынок» были солистки группы «Байсити» Виктория Лозицкая и Ольга Горбовская. Ну а наша программа завершена. Разом с вами у эфира были Андрей Синица, Яна Ходовская и наш звукорежиссер Татьяна Василькова. Бывайте. Счастливо. Счастливо.